Всем привет! Сейчас я буду готовить кабачковую икру. Для этого у нас кабачки нужны. Вот я показала, уже режем их кубиками. Вот. Понадобится лук и морковка. И томатный сок. Значит, лук я дроблю мелко, чтобы не было кусочков кубиками, так как у меня не любят такое. Вот, морковку потерла, вот такой вот соломкой, как видите. И обжариваем. Обжариваем до, ну, как зажарка, вот до золотистого цвета, чтобы оно было сладенько и вкусненько. Тем делом, пока жарится морковка, мы режем кабачок. Так, в ходе жарки вы смотрите, вы налили туда оливковое, либо подсолнечное масло, либо кокосовое. Сейчас очень популярно кокосовое. Все никак не куплю. Видите, маловато. Можете немножечко добавить, чтобы оно не приставало. Вот, я добавляю олейну с оливковым добавлением. Вот. И дальше обжариваем. Итак, порезали мы помидор, перец, кабачок, лук и морковка жарится. Еще сок томатный. Поехали. Так. Разогреваем сковородку, ставим на семерочку, добавляем чуть-чуть масла, чуть-чуть сюда, потому что, напоминаю, у нас в морковке масло. Ждем, пока разогреется, и забрасываем туда кабачки, резанные уже. Так, добавили, есть. И теперь обжариваем кабачки и наблюдаем за морковкой. Итак, жарятся кабачки. Мы помешиваем их. И у нас морковка уже с луком почти готовы. Еще можно чуть-чуть. И я думаю, будем выключать, чтобы не пропустить. Так, у нас на очереди помидор и перец. Все. Жарим. Итак, наши кабачки уже начинают менять цвет. Вот. Я сюда... Зажарка, морковка, лук тоже уже, не знаю, видно. Вот. Они же вот-вот. Сейчас я буду уже выключать ее. А сюда мы добавляем тем временем... Добавляем перец. Помидор пока не добавляем. Так. Есть. И мешаем. Помидорчик попал. Мешаем. Жарим дальше это все дело. Какой аромат идет. Так, морковочка. Что с морковочкой? Все, морковку предлагаю выключать. Она у нас уже красивая. Есть. Уже вот до такого цвета довели. Видно? И следим за кабачком. Так, кабачки наши уже пустили сок. Уже начинают поджариваться слегка. Но мы их не будем зажаривать. Мы сюда добавляем морковку с луком с нашим. Так. Все-все-все добавили, высыпали. Морковки и лучка побольше. Смотрите, как бы, ну вот я сюда добавила сколько? 5 средних морковок и 3 луковицы. Вот. Теперь это все хорошенечко помешаем.
хорошенечко, вот так, так. И, конечно же, добавляем наш помидор, чтобы он дал свой сок. Так, потом мы это все сейчас перемешиваем снова. Делаем меньше, меньше делаем мощность наварочной. У меня было много, чтобы быстрее сок выпарился. И тоже все хорошенько мешаем. Мешаем. Так. Время от времени помешиваем. Накрыли крышечкой. Вот. Я поставила уже на шестерочку. И ждем. Не забываем про него, а мешаем. Постояла она под крышечкой минут 10-15. Пришло время для томатного сока. Добавляем томатный сок. Ну, я думаю, грамм 200, не больше. Я это делаю на глаз. Вы смотрите, 200 грамм, не больше, для того, чтобы не было много жидкости. Но опять-таки, можете смотреть по составляющей, ну, самого, сколько у вас икры. У меня было здесь 2 кабачка, 5 морковок и 2 луковицы, 3 луковицы, прошу прощения. Вот, добавили, все перемешали. Ну, я, наверное, еще добавлю. Так, еще чуть-чуть. Есть. Все перемешали. И здесь томатным соком она приобретает, ну, неплохой цвет. Вот. Раньше, конечно, я добавляла томатную пасту, но сейчас не буду этого делать. Вот, накрываем. Ждем тоже минут 10, потом будем солить и перчить. Прошло, наверное, минут 15. Вот так у нас кипит оно все. Значит, что нам нужно? Соль. Соль, перец по вкусу. Смотрите сами, как вам нужно. Потом можете попробовать. Так, перца я немного добавляю. Повторюсь. Потому что будет есть ребенок сейчас. И немножечко добавляем сахара. Совсем чуть-чуть. Чайная ложка. Все. Теперь это все опять перемешиваем. Хорошенечко так, хорошенечко. Если вам надоело слово «мешаем мое», извините. Мне это слово очень тоже нравится. Вот. Значит, оставляем это на 5 минут, 4-5 минут прокипеть солькой. Накрываем крышечкой. 5 минут и выключаем. И готово. Ой, ребята, вы не представляете, я прибежал с работы, голодный, как пес. А меня ждут здесь макароны по-флотски, икра из кабачков и винегрет. Сейчас будем все это пробовать. Спасибо, малышка, тебе большое. На здоровье. За то, что ты все это приготовила. Я представляю, сколько ты сил потратила. Ваня, сделай тише. Сколько ты сил на это все потратила, целый день это все готовила. Очень вкусно. У нас будет ссылочка сверху. Еще рецепт на макароны, на винегрет, в общем, на все. Макароны по-флотски очень круто дополняют соус табаско. Он и не сильно острый, но он с определенной как бы изюминкой. Наверное, он немножко отдает, то есть это перец и моченые помидоры, да? Что-то типа такого, только красные получаются. Вот. Есть у нас немножко здесь еще
Это винегрет как бы с майонезом. Без капусты, да. Вот. Он тоже очень вкусный, я вам могу сказать. Все, кроме капусты. Очень вкусный салат, попробуйте. И корочку. Сейчас прожую, чтобы чистый вкус и корочки был. Еда это очень как бы такая наркотик для организма. Особенно если вы готовите вкусно и все время стараетесь вкусно кушать, тогда просто потом вам обычная еда не зайдет. А если вы кушаете невкусно, тогда можно есть, что попало. Хотя, в принципе, я когда на работе, когда целый день загружен, так вот бегаешь, заскочил в супермаркет, булочку раз, соком томатным запил и погнал. И только вечером добираешься до такого застолья, либо на выходных там можешь себе позволить. Ваше здоровье. И помните, чтобы быть здоровым, нужно поменьше есть.